Oder? Hm. Ja. Oh, ich. Hätte ein da. Ja, halt ihn haben. Я надеюсь, что наши футболи. Я там. Бо не собере. Бо там треба буде переділювати. Всю конструкцію міняти. Хоча технічно можна було і з тої сторони, типа закльопку виносити. Нос вверх і перед вверх. Тепер прикрутіть до боти. Ой, я щось таки не поняла, що перше. Оце ось для тяжучих оці місці і ці місці, поняла? Короче, ти все збираєш. Так. Лінії в тебе йдуть оці лінії наверх, коротше, коротенькі йдуть на них. До верх, так, верх. І оце ось верху ряду, вже там правильно все. Ось тут скручуєш вниз. От крутиш болт і закручуєш все. Як дітвора, нянця з ними, коротше, весь. Ні, а що ти думав? А то потом, верхній потом скрутиш. Так? Да? Ну от. Я вже почала, щось потеряю. Я не потеряю. А, ну ладно. Ну, лучше вже. Я наказала, що ти можеш самостоятельно собрати байдарку. Ні, лучше всі допробуй сам. Розпираєш і вставляєш. Да, не боїсь. Я боюсь, а вдруг воно там не зламається, да? Там запас прочності, мама дорога. Да. Труси пополам, і що робити? Ну, если воно хрустне, то лучше в ней даже не сідати, короче. Это да, лучше сразу поломать её. Блин, стрёмно. Как же вы её придерживаете? Ну, правильно, вот так и распирай. Раз. Страшно. Ну всё, вот, диви, нормально получилось. Давай, я трошки поможу. Так, весло одне є, весло одне друге є. Це хорошо. Кстати, бачите, отакі вам болтики треба зробити. Моя Тимурия синяя байдарка, правильно? Изолента под цвет байдарка. Да. Я сейчас боюсь, что ты, если замотаешь ее синей изолентой, она в тебе будет дуже болтатися в шкуре. А сказати, що не буде вона болтатися? Чого? Тому що в мене ніс не прикріплений. Поняв? Тобто в мене буде там розходитися, а не на кожному шву. А, ну да. О, як? Ну давай, ти спочатку смотай, а потім подивимось. Де оці міста там не розходяться? Може там. Та не знаю, що там притягує. Що, вони не можуть поняти, що це такі. Вроді, да. Бачите нас? Ну. З чого? Та тому що я тут гарно так затягнула, що мене всі трубки не вкрила так. Понятно. Ресторан. Ну,
кружку вязала. Ну что, вы довольны? Да. О. Конечно, довольны. Сейчас они на воду встанут. Дети, это как? Слава, с лицом папочка. Мне очень прям так. Перший спуск. Оля, може ти візьмеш цього? Трамплін. Та хай спу... Вона в кросовках, я взагалі в цьому. Бач, нос туда. А так як ми їй, нос так не зірнув. Вова думав сразу. Та воно все получится. Та здрав. Ну да, в спину. Ну, там нет, нету спинки. О, глянь. А, тогда это водоросль. Я думала, что плывет против течения. Да. Вован, ты осторожно лескаешь там вот. Там где-то, там где-то. Красиво такое грибок. Просто дело привычки, еще вообще не клонится, вот так уверенно смотрится. Ну как? Ну как? Ну как? Поплыть я поплыву. То есть, видишь, как бы... Ну. В целом нормально. Видно, что не хватает ну, типа, погруза, понял, для более устойчивости. А что, сильно это виляет? Ну, трошки есть. А, через... Так приклеено. Ну, она скоростная, реально. Можно, наверное, скорость развивать. Скорость света. Не, ну Вова уже, у него опыт есть, он уже чувствует. Да, он же кинет, он пока на дно там даже пройдет метров еще 50. Он смотрится красиво. Уверен. Ну такая, короче. Что, готово? Да. Ну, трюк. Вот это где? Ну это вроде тоже. Это вообще не кормлю. Наверное. А может выпустить его? Да, вырубили. Камера ничего не покажет. Да, покажет. Ну, у меня он не такой покажет? Яркий тут будет. А этот у тебя чересчур. Все. Мне видно, видно. Все. Я делаю футболку. Так, я больше всего переживаю за вас, конечно. Дуже переживаю, більше ніж за себе. Жизнь грозна, який за тебе этот. Ну, я надеюсь, что вы справитесь. Брехня. Мне не нравится спать. Может, это особенно. Они, если бачать жертву, они хотят уснуть вообще. Люди могут сидеть до часу. У них, знаешь, как бы посменное дежурство. Кормушки. О, да, в этот. Молоко? Вермишель. Вермишель заливается молоком. Да. Блин, это капец. Да. Его еще холодно. Он варится в молоке. Да. Блин, капец. Все, капец. Фу. Я все молочные. Ну вот и выросли, бачите, что с вас получилось. Треба было ли есть. Так, ну, травма детства, до сих пор. Травма детства. Ты понял? Тем не называется травма детства. Да. О, это блюдо. Он еще и странный плебе. Байдарка. Нет. Плот с палаткой. Так, сотрудница же робить тут. Ну да. Там.
Красиво так еще. У нас только да, четко должно быть 5 миллиметров. Не больше.